Министр МЧС Евгений Зиничев во вторник с рабочим визитом посетил Ивановскую область. Начал с пожарно-спасательной академии. В ходе его визита он ознакомится с Ивановской пожарно-спасательной академией, с состоянием дел в данном учебном заведении, в целом с работой пожарно-спасательного гарнизона Ивановской области. Будут обсуждены ряд вопросов, касающихся деятельности Академии ГПС МЧС России и дальнейшее совершенствование деятельности в целом Ивановского пожарно-спасательного гарнизона. Ивановская пожарно-спасательная академия – один из крупнейших профильных вузов в России и ведущий по подготовке специалистов высшего звена в отрасли пожарной безопасности. Министр проверил материально-техническую оснащенность вуза. Особое внимание уделил спортивной составляющей. На базе академии функционирует закрытый спортивный манеж, спортивный и бойцовский зал, стадион с беговыми дорожками и трибунами. А вот многофункциональный учебно-тренировочный центр с хоккейной площадкой и бассейном так и остался в планах. Успели возвести коробку здания, и строительство остановилось. 3 года работы не ведутся. По информации прокуратуры, на строительство было выделено 246 миллионов рублей. Из них лишь на 30 миллионов выполнены работы. Остальные средства похищены подрядной организацией. В ходе визита также обсуждалось возможность достройки объекта. Принято решение о том, что сегодня будет подписана дорожная карта с планами достройки данного объекта. В целом все решения по достройке данного объекта приняты. Сейчас будет вестись работа по приведению технической документации в порядок и выделению финансирования на достройку данного объекта. О сроках достройки спорткомплекса, как и об объемах финансирования, пока говорить рано. В 2020 году запланирована ревизия проектной документации на данный объект. Также предстоит провести техническую экспертизу конструкций, которые уже возведены. Только тогда будет принято окончательное решение о том, сколько еще средств федеральный центр выделит на достройку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.